В Германии состоялось обручение одной из самых красивых звездных пар турецкого шоу-бизнеса – актеров Бурака Шивита и Фахри Эвджен. Обручение прошло в родном городе Эвджен, Залингене, где проживают ее родители, у которых Шивит официально попросил руки дочери, на что получил положительный ответ. Церемония обручения прошла в узком семейном и дружеском кругу. В сеть уже попало два кадра со звездного обручения. Свадьба Бурака Шивита и Фахри Эвджен состоится в середине лета 2017 года. Подготовка к церемонии, которая пройдет как в Турции, так и в Германии, уже идет полным ходом. Напомним, что предложение руки и сердца Эвджен Шивит сделал в день своего рождения, подарив возлюбленное кольцо стоимостью 90 тысяч турецких лир. Звездный роман длится уже около 3 лет. Познакомилась пара на съемочной площадке, где и завязался роман.